легенды грохота. Внутри! Сропа, здоровье. Немцы идут на Чудское озеро. Давай, Ларис, лук. Хочу произнести всем вам пожелать здоровья, пожелать, так скажем, удачи в дальнейшем. Почаще собираться вот так вот, чтобы камин горел, чтобы у нас на столе яства всякие были вкусные, и чтобы мы общались радостно и не бронились никогда. Аминь. В нашем доме было все хорошо. Аллилуйя! 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 Да, что ты как любишь. Знаешь, он говорит, я чудо-юдо, бой из меня. Юда, чудо, бой! Ля-ля-ля-ля. А это не круто, вот сюда каска. Слышишь? По воде гулять, по воде гулять, по воде со мной. Покрыл с пескарями домой. Ла-ла-ла-ла. Крикнули он, крикнули он, крикнули он, крикнули он. И обожает гостю моряка. Крикнулся на запад на себя. Это же пирамида голода! Повернулись туда! Вот такая вот! Очень тесно, очень плотно. Реально, узнать своего врача. Андрей Викторович застрял. Не надо. Где же молодцы, класс купили? Сказали, говорит, хороший. Thank you.
Я бы не стал так. Были вот такие, мы стояли, а на уровне было несколько крестов, и на них трех сидели вороны. А, было. Где-то в Италии не было. Чего там случилось? Ладно, конец связи. Я расположу. Да кому что, Ирина, тебе что? А вот ты видишь, там сидит. Ну давайте за нашу духовность, за нашу тягу к великому и духовному. Давайте. У нас все равно. Ну, да, 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 Ну и что, тебе не понравилось, что ли? Я ехала всю дорогу с закрытыми глазами. Я тебе честно хочу сказать. Отлично, будет. Там просто на батарейке стоит гудок. Будем фотографировать. Все-таки. Просто надо принять правильную силу удара. Еще раз! Ура!